Привет. Это Непал, Верхний Мустанг. Селение и долина называется Муктинатх. Это наш сосед. Ему 82 года. Дедушка постоянно что-то делает. То с внуками. У него большая семья, вот это его дом. Вот. И дедушка всегда молится. Он всегда говорит «Ом мани падме хум». И мне говорит, а я иду с сигаретой, у меня четки в руках. Он говорит, чувак, нельзя. Ну вот так вот люди и живут потихонечку.